Привет, мы смотрим осенние книжные полки «Мясокит». Сегодня у нас на полке черника для Саши Роберта Маклоски, иллюстрированная книга для чтения самым маленьким детям. Эта книга удивительно хорошо нарисована и написана. Ее написал американский писатель Роберт Маклоски. Написал он ее ровно 40 лет назад. И, наконец-то, в 2015 году издательство «Розовый жираф» издало эту книгу по-русски. Вот она, Саша, эта девочка, которая пошла с мамой на гору черничную собирать, ну, что бы вы думали, конечно, чернику. Комментировать я не буду, покажу просто несколько картинок и все. Потому что здесь говорить ничего не нужно, мне кажется, если вам понравится эта книга, то она понравится вам с первого взгляда. И уверяю вас, что текст полностью соответствует по качеству и по чудесности картинкам, которые в этой книге есть. Читайте хорошие книги, смотрите «Мясокит», записки Велобариста. Подписывайтесь на канал и советуйте его друзьям.